Жители столицы предупредили о сильной гололедице и мокром снеге на выходных. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Росгидромет сообщил, что 30 ноября и 1 декабря в Москве и Подмосковье ожидаются сильные осадки. В ночь на субботу предполагается до 4 мм осадков, днем в субботу до 10 мм, в ночь на воскресенье до 4 мм. Суммарно может выпасть до 18 мм осадков, треть месячной нормы. Вероятность этого оценивается в 60-83%. Ранее сообщалось, что в выходные дни в Москве ожидается мокрый снег, дождь, сильная гололедица и ветер до 18 метров в секунду. Температура около нуля будет держаться в столице в течение суток. Ночью в воскресенье ожидаются минусовые температуры, днем похолодание продолжится. Снег ожидается от небольшого до умеренного. В пятницу атлантический циклон со средиземноморским воздухом вызовет повышение температуры воздуха, что повлияет на ухудшение погоды в выходные дни. Сильная гололедица будет самым неблагоприятным элементом погоды. Она затронет все районы города. На этом у меня все. Следите за новостями из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online.